И вы даже не представляете, чем я атаковал. Потому что нам попалось 10 десяток. Вот этот вообще индивид. У него на обычной деревне стоят адские башни, а тут их нету. Голем в сухую почти всю стенку сломал. Вот это молодец, конечно. Как королева любит свой любимый забор долбить. Всех приветствую, ребята, с вами Тима. Сегодня у нас тема ролика, которая касается как меня, так и моих сокланов. Это очень важная тема, потому что серию побед в клане мы набили уже 30. Раньше у нас была максимальная серия 23, но скажу сразу, мы не рвемся в какие-то рекорды, потому что знаем, что максимальная серия очень велика. Мы просто играем в КВ, и я вам примерно показывал, где-то 2 месяца назад я снимал ролик, как мы поменяли состав КВ. Мы скинули всех дисбалансеров нахрен, потому что они мешают КВ подбору. То есть баланс в КВ сейчас совсем другой. И я не знаю, для чего мы сейчас качаем всех этих дисбалансеров. Наверное, просто по фану, как бы одна пушка, одна пушечной. И все, а так КВ, конечно, ужасная с дисбалансерами, и в КВ они приносят только вред. Это заслуга, безусловно, всего клана. Вот этих вот криворуких, ракообразных рачков, которые берут трешки на КВ. Не понял, что сказал, но это, если что, тоже был сарказм. Которые находятся уже некоторые более 2 лет. Есть кто с начала игры, который год, полгода. Но есть, конечно же, новички, которые находятся там неделю, 2-3 дня. Но они тоже молодцы, играют в КВ, берут трешки и, в принципе, развивают свою деревню. Варлок клана у нас весь зеленый. Есть, конечно, серые полосы, есть и одна красная. Но это было тогда, когда мы играли с дисбалансерами. Вот как раз 63 дня назад мы начали набивать серию. И выбиваем без дисбалансеров стабильный 95+%. 97 бывают сотни, но, конечно, трудновато, когда соперник сильнее тебя. Я вам сейчас покажу соперников, которые нам в этом КВ попались. Это, конечно, рашеры, но прокачка совершенно неадекватная. Самое такое основное, что я забыл сказать, то, что у меня вечно спрашивают ВК. Можно к тебе в клан? Ну ёлки-палки, хэштег у меня есть в описании, вот даже сейчас вам на экране показывается клан друзья, вот он хэштег, вот она вам шапка. Тут все указано, набор от ТХ9 20+ герой, то есть 10 королева, 10 король, ТХ10 герой 60+, 30 королева, 30 король. Ниже тут все указано, если вы подходите по критериям, то вас обязательно примут. Я вам обещал показать КВ, какой соперник выпал у нас сейчас. У нас всего 1 десятка и 2 фуловые совершенно 9-ки. Это 2-й и 3-й номер, тут даже 30-е герои. Вот видим, смотрим, что у нас дисбалансеров совершенно нету, кстати, ну бы начали атаковать. Как я и говорил, это рашеры, потому что нам попалось 10 десяток. Но у них первые топы все были с адскими башнями, поэтому нам дискомфортно их бить. Топа мы взяли на 92%, обидно, конечно, очень обидно. Процент хороший, но была бы трешка, вообще было бы шикарно. На втором поменьше, потому что база стрёмная. И, в общем-то, атака не вышла, поэтому 76%. Смотрим дальше. У нас же, запомнили вы, наверное, всего 1 десятка. Вот этот вообще индивид. У него на обычной деревне стоят адские башни, а тут их нету. Это, конечно, смех, я не знаю, как сказать. Но, блин, зачем ты... Эй, ладно, смотрим дальше. Ничего не буду объяснять. На основной деревне стоят адские, а тут не стоят. Это жесть. И 4-й номер тоже с адскими башнями, с 3 арбалетами. И все на воздух. Также прокачан деф. То есть соперник намного прокачаннее, чем наши. Но 9-ка все равно его забрала. Кстати, молодец БСГ. Забрал его на 3-шку. 9-ка с адскими башнями. Какие здесь? 3-го уровня. Забрал 3-шку. Ну вообще красавец. Я понимаю, что база нубская. Но 9-ка забрала такую прокачку. Вообще красавчик, ничего не скажу. И дальше уже, конечно, вот такие вот 9-очки. В принципе, как наш 3-й. Нет, как наш 4-й, получается, номер. Такой же прокачки. Я сейчас отберу интересные атаки или же просто красивые трешки и буду по одной вам показывать. Самую первую атаку посмотрим, конечно же, атаку БСГ. Закрыл 10-ку, как же ее первой не показать? Это у нас Гова Ви, 10 валь, 3 голема, маги, големы, вальки. И в клановой, конечно же, боулеры. Без них бы он ничего не сделал, потому что это лютый дамаг и как-никак они топового уровня. Пошел голем снизу, пошел голем сверху, и чуть-чуть сейчас он подбросит магов на зачистку. Края зачистит, чтобы все основные войска пошли в центр. Бросается 3-й уже голем на центр, который будет это все танковать. И в конце он вообще не будет никаких задач выполнять. Бросаются бомберы, агрится на них арбалет топ уровня.
вернее, не топ, 4 уровня получается. Но все равно забор слабый, поэтому легко проламывается. Бросаются боулеры, вальки, джамп, сейчас пойдет рейдж, по-моему, первый. Да, бросается первый рейдж, и на центр сейчас тоже накидывается рейдж, также хил. И все, пошла жара, вальки делают свое дело, боулеры делают свое дело, также помогают колдуны, королева и король. И все, как бы центра нету, ну практически. Кстати, Теслы тут тоже топ уровня. Король у нас прожался уже, от него куча варваров. И по сути-то центр сломался, и дефа не остается. То есть Теслы, самые такие основные дамажеры Теслы, адские башни, арбалеты, уже ничего нам не угрожает. Один целехенький голем, полудохлые боулеры, парочку вышибал. Нет, стоп. Парочку магов, непрожатая королева. И вот варвары, которые достались у нас с короля, добивают эту базу. Тут у нас осталось сверху только две пушки. И во всем этом деле поможет нам, конечно же, прожатие королевы. Немножко ускорим, чтобы посмотреть конец. Кстати, голем тут тоже будет долго танковать. И он был не целехенький, а почти дохлый. Два боулера тоже подходят. Ну и если так подумать, добивать довольно-таки много. Если бы не танковал бы голем, ну я думаю, что трешки бы не было. Прожимается королева, потому что он видит, что тут явно трешка, и все. Мне атака очень понравилась. Второй реплейчик покажу атаку Кирилла, но скажу так, то что воздуха он практически не играет, а уж тем более на ТХ-10. И тут почему было такое решение выбрано? Это, во-первых, дельные советы, и также все арбалеты направлены на землю. То есть заходом Квинхилл он сносит, получается, королеву, клановую крепость, и вроде как заденет одно... ПВО. Также чистильщик одного сносит. И у нас остается из угроз только, получается, 3 ПВО. Да, останется только 3 ПВО. Одно инферно. И также чистильщик, который направлен фиг пойми куда. Так, у нас уже пошел король, пробирается в центр. Клановая крепость выманена. И, кстати, тут что было, 2 дракончика? Ну да, клановая крепость, конечно, топчик. 2 дракончика, 2 шарика. 2 шарика вроде как стравятся. И все. Королева в данном случае у нас прожимается. Наверное, забыл рейдж накинуть. Ну, я точно не знаю, но вроде как забыл рейдж накинуть. Король у нас тоже почти погибает. Вроде как в этом моменте у нас накинется уже гонча. Так, гонча раз, гонча два. Ну, вот как-то вот так он нападает воздухом. Не знаю, правильно, неправильно, потому что сам опыта не имею нападать на десятки. Ускорения бросаются. Чуть позже, судя по всему, бросится фриз. Или куда у нас пойдет фриз? Рейдж пока в никуда, потому что... Никого он не кроет, да, атака, конечно, неграмотная, скажу так, ну, я как и говорил, он воздухом практически не играет, в центре у нас сосредоточены все 4 Теслы, ну и шарики у нас, так скажем, легко пролетают всю эту базу, лава у нас танковала довольно-таки долго, и из-за этого получается у нас 3 звезды. Кстати, вы замечали, сколько было хп у королевы? Вот как раз-таки на этот момент он скинул фриз, чтобы королева жила. И за это время хилки вылечили ее. Поэтому она осталась жить, и вот так вот добивается база. У нас остались щенки, 2 бомбера ненужных и шариков. Вот такая вот немножко неправильная атака, но главное, что это трешка. Хотел бы также показать свою атаку, и вы даже не представляете, чем я атаковал. Но, как вы видите, соперник был очень слабый, поэтому я фанился, но все равно взял 3 звезды. И представляю вашему вниманию 5 големов. Один находится еще в клановой крепости, 3 джампа и кучу колдунов. Вот таким вот миксом я забрал эту базу. База, как вы понимаете, открыта, поэтому взял 3 джампа для этого микса. И големов для танкования нам вполне хватит. Големы 2 штуки вниз, 2 голема вверх. Подкидываются также бомберы и понемножку подбрасываются колдуны. Короля я отправил вверх, королеву вниз. Но тут вроде бы клановая крепость пойдет в верхнюю часть, и вот это был немножко фейл. Но хорошо, что колдуны справились с клановой крепостью. Итак, смотрим, куда у нас пошла клановая крепость. Да, она пошла вверх, но, как и говорю, хорошо, что справились яды и также колдуны с этим драконом и дракончиком. Тут снизу у нас уже, конечно, големы почти все подохли, и топовый голем бросается с другой части, и для пробивания забора у меня уже нету бомберов. Но у нас пробрался в центр король и хил, ну, можно сказать, что хил бросился в никуда, но он лечил, во-первых, варваров, которые, кстати, забахратили весь этот арбалет. И король тоже немножко хилился и бил эти строения. Хил, можно сказать, и в никуда, и помогал. Поэтому не знаю, что об этом хиле сказать. Ну, в общем, решайте сами. 2 голема у меня остаются внизу. И получается, 2 голема тоже живых вверху. Ну как, почти хп, конечно, нету. Но угрожает им мало строений.
А из дефа остается у нас там буквально мортира, башня колдуна, бомбежка, пушка и королева, тьфу ты, королева, башня лучниц. А в живых у меня осталась куча големов, которые почти погибли, но топовый голем-то танкует отлично, поэтому королева сейчас додолбит свой любимый забор, надеюсь, вы поняли немножко сарказма, любимый забор. И вот так вот добьется эта база. Кстати, я подкинул луков, и не зря. Две лучницы справились с одной бомбежкой. И тут как бы и так понятно, есть прожатие королевы. Правда, вот башня лучниц, не отвлеченная на голема, это был огромный минус. Но все равно я тут прожму, и как вы поняли, королева с этим легко справится. Она же не 10 уровня, 20. Это уже нормально. Остается всего лишь башня колдуна, и вот так вот добьется у нас база. Голем в сухую почти всю стенку сломал. Вот это молодец, конечно. Как королева любит свой любимый забор долбить. Интересно, он к концу боя лопнет или нет? Не, судя по всему, не лопнет. Ну и последний реплейчик. Покажу вот эту вот атаку на распространенную базу. Она уже сейчас везде практически, но ее научились уже легко брать. Вот такой у нас состав. По сути, это Гоухо. Но и тут есть два дракончика, две ведьмы и также боулеры в клановой крепости. То есть будет массовый заход изначально, а потом уже будут подбрасываться хоги. Итак, два дракончика по краям на почисточку. Чтобы у нас ведьмы, так получается, вышибалы, прошли к вот этой королеве и также башням лучниц. То есть основной деф уже снесется. Останется у нас только арбалет, бомбежка. Ну там по мелочи для хогов, которые под хилами легко все это заберут. Итак, боулеры, ведьмы, все у нас приближается к центру. Ведьмы штампуют своих скелетиков любимых. Уже накинулся джамп. Кстати, джамп довольно-таки рано накинулся. Королева у нас сносится. Дракончик до сих пор живет. В клановой крепости получается ведьма, валька и дракончик. Голем у нас немножко живой. Даже два голема, они пошли вниз. Ну, в принципе, выполняли свою задачу, танковали. Это им огромный плюс. То, что они в данном нападении выполняли свою задачу. Кстати, один голем полностью живой практически. Уже прожатый король, и, кстати, его уже нету. Королева у нас устремилась вверх, не прошла она в центр. В принципе, правильно сделала. Но хотя, если в центр бы она прошла, она бы заломила, я думаю, два арбалета, и было бы намного проще. Кстати, за хогами я не уследил. Хогов он выпустил с нижней части, как я понял, и их довольно-таки много. И войск-то тоже много осталось, накидывается яд на короля, скелетиков, которые мучают голема. Прожалась у нас королева, и под хилами добирают хоги последние строения. То есть довольно-таки легкая атака, потому что осталась куча хогов, королева живая, лучница от нее, одна ведьма и также два вышибалки, которые долбят забор. Ну, конечно, задачу они никакую не выполняют. Так, а хогов-то не куча осталось, хоги подлетели, их осталось, так, 1, 2, 3, а, вот они где. Ну, я что-то совсем туплю, вроде как было куча хогов, а потом думал, что они подлетели. А хогов-то действительно куча, они просто были вверху. Итак, осталось нам добить базу, последнее строение, и это трешка. Ну и все, друзья, ролик будет подходить к концу, вроде как я показал все интересные атаки. Да, есть еще атаки, но я не могу такой длинный ролик делать, поэтому извиняйте, кто не попал в ролик. Ну а я же нашему клану хочу сказать так, не важна какая серия, главное, чтобы в клане царило добро, никто с кем не ругался, в общем-то так. И самое главное, чтобы мне давали валькирии, елки-палки, дайте мне валик, и вообще офигели. Ладно, всем удачи, всем пока.